Ну вот мы и в Москве. Идем в архитектурный ансамбль Кремля. Да, Самат? Да. Да. Тут есть брусчатка, как в Стамбуле. Кирпичи, правда, побольше. Русским было лень, видать, мелкие укладывать. Вот они укладывали сразу так, поболя. Вот мы и в Кремле. Тут вот пушки, шмушки. Такие у нас пушки есть в Кремле. Где подпись, кто делал, вес этой пушки. В общем-то, это, я так понимаю, боевые вполне снаряды. 1630 год. Кстати, если посмотреть, у него дуло какое-то освещенное. Да? Смотрим сюда и говорим, что? Макс, смотри, видишь, что трогают, уже отполировали даже, он теперь блестит. Алина яблоки тырит в Кремлевском саду. Какая у меня жена хозяйственная. Прикиньте, ребята, мы нашли шампиньоны. В Кремле. Ну реально, реально, в Кремле, смотри. Давайте не будем их собирать. Ну смотри, видишь, вот это киевская гривна, к примеру, вот 27 номер, видишь? То есть, помнишь, рубль, вот это гривна. Она имела такую форму, и от нее тоже... Что такое гривна? Ну, гривна – это серебряный слиток, которым расплачивались. А это тоже различно, 30-е, я посмотрю, 30-е. И вот это тоже все киев. Полтины, то есть 30-е – это 50 копеек, то есть рубль он большой, а полтина она меньше. Вот он, знаменитый московский ГУМ. Ну вот мы идем с Красной площади. Только что были в ГУМе, сейчас идем обедать. А вообще, Красная площадь кажется по телевизору гигантской такой вообще, немерено место. Сюда приходишь, да, большая по сравнению с другими городами, но вот такой... Содрогание не производит. А это мы увидели пылесос уличный. Румба уличная. Нету листьев. Эй! Вот мы и в охотном ряду. Это так выглядит купол, подвал, все под землей, торговый центр. Довольно интересное место. Сегодня мы прошли 16 километров. Эй, наш новый рекорд. До Стамбула было 15, теперь 16. В Москве ходить намного легче. Нету перепадов вверх-вниз, вверх-вниз. Круто. Это за один день, кстати. Короче, вчера у нас была поездка по ночной Москве, а сегодня нас встретил вот коренной москвич, который предложил свои услуги. О, ничего себе, какая у тебя штука есть. Кинь. Че себе, тут оказывается вообще нормально.
Как тебе, Макс, Кагнания? Так хорошо, надоело. Ну, отличное место, пафосно, и можно поболтать с друзьями. И скучно. Мне кажется, он с тебя или с меня весом. Блин, ну он какой-то четкий вообще. Меня зовут Самсон. Смотри, какой прям. Привет, Самсон. Привет, привет. В смысле, жираф? Да. Слушай, дети вообще не очень. Саш, пойдем, папа, сюда. Привет, Кува. Каким же образом тогда на Землю попадает вот эта самая космическая пыль? А вот тут происходит очень интересное. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Пушкинская. Лифчики. Блин, не видно ничего. Я на отдыхе, я не хочу напрягаться. Давайте вот просто отдохнем. Отдыхай, давай. Бухаем. Оказывается. Че? Послушай, оказывается, просто набить морду, это не значит, что ты крутой. А что значит, что ты крутой? Не знаю. Наверное, до 50 надо прожить, чтобы понять. Ну, до 50 ладно, может, до 90 стоит. Не, 90 меня не хватит. Вот это тело, оно высохнет. По-моему, крутой – это Далай-Лама. Почему? Далай-Лама крутой. Скажи. Почему? Расскажи. Ну, надо послушать его. Понять, что человек, не имея ничего, искренне счастлив. По-моему, вот это круто. Вот мы подошли к Кыргызстану. Тут продукты. О, тут смотри, Максим. О, за 100 рублей можно, смотри, взять. Лекционный стол. Авиакассы, магазин. Сувениры. Какой-то тусовка, сборище. Ну, походу, все. На втором какие-то офисы, походу. Вот мы в армянском зале. Тут дегустация вина, кафе, можно всякие булочки купить. Купили чучхелу, сладости, шикарно просто все оформлено. Сувениры, то есть, ну все просто на высшем уровне, очень классно. И недорого. В смысле? Робот-кокетка. А, кокетка. Да. Вот. А так он бесполезный, потому что, в принципе, никакой работы не выполняет. А он что делает? А вот так вот и съем. Вот такой. Смотри, что у нас инфракрасные камеры, да, там стоят?
принципе, на тебя смотрит. Круто. Спасибо. Ламборджини трактор. В общем, мы в ботаническом саду, который у ВДНХ. Сейчас идем до станции метро, заодно прогуливаемся. Отличный сад, велосипедные дорожки, куча прогулочных мест. Здесь, наверное, было бы еще круто поставить какие-нибудь тренажеры, чтобы народ не только катался, но и занимался спортом. И это будет действительно супер. Тихий отдых, прогулки с семьей, друзьями, беседы. Вот место. Без толпы, без шума, каких-то аттракционов. Очень-очень приятное, такое душевное, прохладное, спокойное место. Бросишь кусочек мяса, от него ничего не осталось. Убирай. Вот тут каракатица. Вот это сколько народу, очередь и за билетами, и внутрь. Это ресторан Shake Shack, который нам порекомендовал кто? Ну что, зайдем? Ну привет, Саман. Угадай, где мы? Правильно, в Shake Shack. Сейчас будем есть вкусные гамбургеры. Ну, сама, смотри, какие сочные гамбургеры, картошка с сыром и пивас. А это лимонад? Это лимонад. Спасибо, сама, за хорошее место. Смотрел на барабан у него. Мне, честно говоря, таких штук, вот, перформансов в Бишкеке все. Вот, вышел, чувак так поет, ему там денежку дал. Реально прикольно, очень классно. Мне очень нравится. Здесь такое место, где вообще люди гуляют, просто отдыхают. Ну, Димон, за встречу. Отличный бар. GoPro-видео, Садовое кольцо, дорогие друзья!
направляемся в сторону Пилснера, прекрасного заведения, где отведаем прекрасного козла темного. Отличный план! Небо вспыхнет огнем, и нам только шепни. Алехандро, Алехандро, этот город наш с тобою, приезжай туда почаще. Да, ты, кстати, вообще не вовремя ушел. Да, прям. Было такой сомелье пришел. Открытие бутылки это был целый ритуал. Кстати, такой, обычно просто выбивают с каперсами, с кислыми штуками. Вот такие дела. Давай, Саня, налетай. Отлично, отличное вообще место. Что же вьюга, да наливай. Выпьем время натощак. Я спою до права. О затерянных вещах. Играй, как можешь, сыграй, закрой глаза и вернись. Не пропади, но растай, до карьеры поклонись. Твое окно отогрей,